числе и губернатор Воронежской области, составили коллективное обращение правительства Российской Федерации, оно уже давно ушло туда, о том, чтобы необходимые нормативно-правовые акты на федеральном уровне были внесены определенные изменения, которые позволили бы сделать эффективнее эту систему. Я уверен в том, что это случится. Вопрос времени. Как только это случится, поверьте мне, все будет очень-очень эффективно. Первые дни, наши недели, наши месяцы, да, показали, что эффект от введения платных парковок есть. Первое, чего мы добились, это и сейчас существует, это все-таки люди начали упорядочивать свою парковку. Машины достаточно неплохо сегодня припаркованы. Люди к этому привыкают. И сейчас уже редко, наверное, когда увидишь, когда автомобили и так далее, все-таки стараются найти парковочное место, припарковаться правильно. Поэтому в центре сегодня ездить можно. Раньше было намного хуже. Это уже дало свой определенный эффект. Как только штрафные санкции заработают полную силу, поверьте мне, люди будут пересаживаться на общественный транспорт. Может быть, оно и к лучшему сегодня, что сегодня вот не такое небольшое, так сказать, ну, послабление для этого всего есть. Тем временем мы наладим работу общественного транспорта, потому что мы отклонили, двигаемся с транспортной реформой. Когда людям было более комфортно оставаться в автомобиле, пересесть на общественный транспорт, совесть нашего города в этом случае абсолютно чистая. В этом, может быть, оно и к лучшему.